Сюда, серыми. Давай, залази. Получен увеличенный. Кто получен? Это... Click me, click me. Так, хорош. Прям, здесь, слушай, засаживать надо так сильно вообще. Прям очень много надо засаживать, честно говоря. Так, у него увеличенный есть. У него есть четвертый шлем. У него есть... О! Нихера себе у него скор... Ебать у него, блядь. Смотри, что у него нахуй. Героическая какая-то, охренеть просто. Так, а... Во-во-во, да-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 да, детка. Так, да, семерочки еще. Так, и еще один момент. Комплект. Можно сразу, сходу, что ли, взять все, что надо, да, заплатив голду, которую ты собрал. Да, только пушки нельзя. Так, ну что, парни, куда там летим там? Сейчас начнется. Всем привет, меня зовут Костян, добро пожаловать на канал, да? Так, окей. Летим вот сюда, да? Ну все, парни, погнали. Голубой, зеленый, фиолетовый, желтый цвет. Так, у нас идет приземление. Так, я приземлился. Начинаем тут собирать. Так, скорель сразу, конечно же, я не нахожу, но нахожу. Что это за пушка? МП-5СД. Дробаш тут. Со звуком, конечно, как-то тут. Немного... Непонятно. Так, красочка. Краска что дает? Что краска дает? Просто для изготовления снаряжений. Так, мне нужен шлем. Парни, мне нужен шлем. Шлем есть. Так, мне вообще скорель нужна. Так-то моя пушка, да? Вообще мне скорель надо. Чертеж. No one gonna help me? Так, а как ты это сделал? Вот это типа. Нет. Не, какая-то кнопка должна быть. Я даже не знаю, как сказать, что. Так, СКС. СК. Так. Не, минька, наверное, пускай будет. Золото, так, коллиматор. Окей. Мерси. Мерси. Excuse me. Ой, блин, какие-то парни. They are all dead, даже man. Не знаю, что они там говорят. А, окей. Так, что у нас тут получается? Мне еще девяток бонус надо, за выживание. Нафига девяток? Получен
Получена безупречная баллистика. Так, сколько времени уже? Так, 2 ночи у меня. Так, парни. Давай нам 416 возьмем все-таки. Чтобы чисто пятерочки, да? Так, окей. Все, вот я буду партнером этой игры, наверное. Что-то как-то на меня вот так по кайфу. Так, что тут у нас? Так, М416 надо прокачать. Надо собирать, короче, все, вот рюкзак. Ой, бля, капец, надо какие-то рецепты все собирать. Все надо как-то это вот... Чтобы все, короче, все вот туда шло. И чтобы это вот все... Тут вот оно туда, короче, как-то куда-то одевалось все это, чтобы... Что, крафтить можно, что, не? Так, крафтим резину. Окей. Вот я рюкзак 4 уровня делаю. Так, рюкзак 4 уровня готов. Все. Так, теперь употребляем красный суперкапсул для того, чтобы получить какую-то тут энергию. Так, теперь это. Это тоже нам что-то дает. Теперь мы стали еще круче, сильнее. Хорошо. Так, что еще? Литий. Тут батончик. Батончик вот так, литий. Пускай будет. Вот еще материалов куча. Так, крафтим вторую бронь. Все, готово. На самом деле я хочу на удмыч, чтобы у меня на удмыч было все дофига. То есть мне надо батончик обязательно съесть перед атакой. И надо обязательно мне... так, мне надо обязательно... Ну... Пушку прокачать, да? Бонус за выживание. Во, я ж скоролист, да? Скоролист? Получена суперспособность. Во, я скоролист. Чё там? Я же скоролист. А скоролист здесь на семерках, представляешь? Как так-то? Скорель здесь на семерочках. Так, бронь у меня вторая. Ага. Так, парни, о чем мы тут еще бегаем, не? Парни, там что-то снег идет, да? Ой, блин, парни, что голова у меня уже лопается, не могу ничего сообразить. Чё, куда тут, блин? Так, вот так вот. Так, я какой? Я тройка, да? Прибыл супернабор. Почему я тройка? Я же зеленый был. А, неважно. Так, поднимаем семерки. Чок-бар. Чё это дает? Чок-бар. Бор. Так, гвозди что-то дают. Так, ладно. Скорель, кстати, у нас 20 патронов нет. Нужно увилмак искать. Дробаш. Что это тут вообще? Что это такое? Поточек, аптечка. Это хорошо. Так, ну что, все есть, в принципе, относительно. Где я? Я вот, она тройка, да? Мы относительно в зоне. Так, хорошо. Приклад. Семерки, да, мне нужны семерки для этой пушки. Так, семерки, пятерки. Так, все, надо как-то скорель прокачивать. Enemy. Мне надо как-то... Where? Enemy. Where, where? Mark, mark. Чё ты? Я марк. Кисель ТТВ. Так, ну что, едим батончик, нет? Nope. Или потом, попозже? Как бы по зоне-то. Так, а тут что у нас? Плюсик он бежит, как в папке, да? То есть нажимаешь, бежит. Ну, это неплохо.
Вот самое что офигенное, да, что управление, как в PUBG. Мне больше ничего не надо. Самое главное, что управление как в PUBG. То есть это игра О, видал? Первое убийство. Это бот. Так, семерочки, пятерочки, так мне не надо больше, так. Коряк, да? Коряк надо взять, наверное. Давай коряк возьму. Бонус за выживание. Так. Получен передний край обороны. Честно скажу, для тренировки не хватает здесь режима с ботами. Вот просто, чтобы вообще реалов не было, одни боты, чтобы чисто натренироваться хотя бы. И тренировочный лагерь, конечно, нужен, чтобы все виды оружия можно было научиться, так сказать, контролить. Так, ну-ка, я вот ни разу не ездил на тачке. Я хочу просто сесть, попробовать прокатиться чуть-чуть. О! Это как в Warzone. Так, хорошо. Парни собираем и едем, да, теперь. Тачка засажена. Кисель ТТВ, это кто? Кисель ТТВ, это какой-то тоже, блин, стример, ютубер, наверное. Ну, слушай, вот так вот я играю, не так уж и много FPS, 80 всего. Но, по крайней мере, нету лагов таких. То есть, картинка сглажена. В PUBG при 70 я начинаю чувствовать лаги. Здесь при 70 я такое чувство, будто бы у меня все 100. То есть, она как будто как-то сглаживается. Нет вот этих никаких микро... просадочек таких, подлагов, поддергиваний. Все плавно. Это вот плюс большой. Так, это что тут? О, аккумулятор. Ну-ка, дай-ка аккумулятор. Оп. Аккумулятор. Зачем аккумулятор? Стандартный материал для изготовления... там чего-то. Давай, давай залази. Получен. Это. Клик-ми. Так, хорош. Прям, здесь слушай, засаживать надо так сильно вообще. Thank you. Hold it. В
прям очень много надо засаживать, честно говоря. Так, у него увеличенный есть. У него есть четвертый шлем. У него есть... О! Нихера себе, у него скор... Ебать у него, блядь. Смотри, что у него нахуй. Героическая какая-то. Охренеть просто. Это просто вообще что-то... А, аптеку надо взять. Аптека была. Героическая Скорель, это ж вообще капец. Мощно. Так. Пускай бинтами там хилится. Так, минус 10 получаем урона на 90 секунд. Так, ну мне красные батончики, по идее, только и нужны. Все, больше типа мне ничего не надо. Это что там? А кто там? Where? Это какая-то стрельба, да? Ни хрена, конечно. Я не приспособлен пока что к этой графике и очень плохо вижу. Так, а мы где вообще? Я какой? Я третий. Где-то там какая-то стрельба. Слушай, может быть, с этим складом у нас сейчас что-то да получится. Возможно. Кому стреляете? По ботам каким-то, что ли? Так, а, во-во-во, да-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 да, детка. Так, да-да-да-да-да-да-да-да-да, семерочки еще. Ну все, мне хватит, пошел дальше воевать. Все, самое главное, вот у меня всегда проблемы с аптеками, здесь вроде теперь хорошо. Во, кто-то там еще. Кто-то там вот все. Бонус за выживание. Ты я попал или нет? Получено скольжение. Какой скольжение? Это типа подкат какой-то? Вон. Что-то откуда-то прилетело. Did I knocked? What the fuck? What? Так, а у меня дымов нет. Anyone can raise me, please? How? You have smirks?
Someone can raise me fast. Someone can raise me. Hello. Так, ну, вроде разобрались. Блин, ну скажу честно, непонятно. Много мне вещей тут непонятно вообще. Бонус за выживание. Получен ответный огонь. Это зачем это надо? Зачем это надо подбирать? Так, это как? Это уровень 3. Слушай, а патрон прям вообще до хрена, да? Здесь совсем какая-то тактика должна быть. Хрен его знает как. Патронов в обойме 80 у меня откуда-то. Потом... То есть тут разбираться и разбираться. Это, то есть это далеко вообще не PUBG, это... ХПшка тоже. То есть ты сначала падаешь, ХПшки нету. Потом ХПшки становятся там. 180, да, откуда-то? Вообще непонятно откуда. То есть что-то я там залетел, этих убил. Тут откуда-то сзади меня там кто-то убил. То есть вообще просто играю, вот как, знаешь, как в каком-то тумане, в вакууме, не понимая, что вообще делаешь. Вот, поэтому какая-то такая вот непонятная тут что-то тут. Так, что тут вообще? Типа вот... он что, это наш игрок или... Витин, режим зрителя? Витин. Он вылетел, да, я так понял? Так. Так, что это такое? Что? Все, мы умерли, да? Вообще ничего не понял. То есть, что это? То есть, что было сейчас, я не понял. Но игра, могу сказать, что отменная.